Всем привет, всем-всем-всем, доброе-доброе утречко, добрый-добрый день, кто когда нас смотрит, или добрый-добрый вечер. Ну, у нас сейчас без 20:12, мы с Кирюшкой собираемся ехать все-таки скупить канцелярию, одежду или что нам нужно для школы, поэтому мы сейчас собираемся, я вон жду Кирюшку, пока она там попереписывается со своими друзьями, скажет им, что она не может сейчас выйти, и мы едем. А меня кусает котейка, ну просто какая-то катастрофа, вечная катастрофа. Все, я вызываю машину, Кирюшка быстро одевается, я одеваю носки, и мы выезжаем. Мне нужно Кирюшке купить, она, в общем, себе будет покупать канцелярию, а мне нужно ей купить кое-какую одежду. На самом деле, у нее, в принципе, все есть, как такового нам практически ничего не нужно. Единственное, что нужно, это... Что нам нужно? Блузок пару, или футболок, блузок, вот таких вот вещей, может быть, какое-то платье, что-нибудь нужно. И какие-нибудь лосины для того, чтобы можно было бы ходить в школу, когда немножко попрохладнее станет. Вот, поэтому сейчас пойдем посмотрим, что у нас есть, чего у нас нету, и все это будем покупать. Поехали вместе с нами. Кирюшка вдвоем одеваемся, чтобы уже выходить. Каждый одевает свою обувь. Кира оделась, говорит: мама, мне не будет так холодно. Она в шортиках, в футболке. Мальчики делают эфиры, они выходят. Мальчики просто вышли на улицу, по-моему, в 8 часов утра, и тогда еще было, да, прохладно. А сейчас нет, сейчас нормально. Сейчас на улице хорошо. Не сильно жарко и не холодно. Да не будет тебе холодно, говорю, можно на машине туда и обратно. Поэтому все будет у нас отличненько. Сейчас быстренько съездим, все купим и уже закроем вопрос школы. Потому что я уже, честно говоря... Когда я ее закончу. Когда ты ее закончишь, тогда закроется вопрос школы? Угу. Ну, зайка, ты закончишь еще не скоро, насколько я знаю. А я не говорю, когда я ее закончу. А, когда закончится 4 класс? Нет, мама. Вообще школа? Да. Тогда начнется институт. Экзамены, сессия. Когда-то... Пел такой певец с плен. По-моему, так его звали. Мам, я линяю очень сильно. Линяешь? Это потому что надо расчесываться на ночь. Тогда линять не будешь. Смотри, что делает. Открывашка, тумбочек. У меня Кира так тумбочки никогда не открывала, когда маленькая была, как ты, снег. В каждую тумбу надо залезть, посмотреть, что там такое. В общем, все. Мы почти расчесались. Я вызываю машину, Доти, и мы едем. И тут Кирочка пошла наводить красоту. Кирюша, хватит. Молодец. Стоим с Кирюшкой, ждем наше такси. А тут приехала машина, и, скорее всего, оно тогда уже не проедет. И нам надо, Кирочка, идти в ту сторону, я так предполагаю. Потому что такси с этой стороны не подъедет. Ладно, подождем его здесь. Кстати, смотрите, с каким значком сегодня Кирюха. Пересмотрела весь YouTube. Это значок с видеожиры, по-моему, да, мы там покупали. Да. Вот, и взяла с собой она все-таки свое... Как это называть? Тренч? Я не знаю. Длинная куртка, типа платья. В общем, что-то непонятное, но очень-очень прикольное. Ты хочешь его одеть? Да. Мама говорит, жарко. Ну, не знаю, на улице сегодня очень хорошо. Сегодня не жарко. Сегодня как раз то, что, как говорится, доктор прописал. О, машинка уехала, значит, наше такси подъедет. Крутышка, крутышка. Так, и воротничок поправить? Да, именно так. Где наш автомобиль? А его все нет и нет, а его все нет и нет. Поехали мы в Ашан, и хочу все-таки, чтобы Кира померила вот эту вот рубашку. Ну, померь так, Дотси. Но я бы, конечно, бы сняла бы все, чтобы точно быть уверенной, какой тебе нужен размер. Ну? Мне
кажется, это мой размер все-таки. А мне кажется, что... Вот застегни здесь, пожалуйста. А вот такая вот еще, смотри, Кирюшка, есть. Вот такой. Не очень, да? Так, ну вот это вот хорошо. Ну что, тебе нравится? Угу. Берем такую? Да. Окей, пошли дальше смотреть. Может, тебе какое-то платьечко? Я думаю, нет. А вот, смотри, то, что я тебе показывала в прошлый раз, когда ты была в Турции с папой. А, вот смотри, какое мне еще нравится. Вот это тебе не нравится? Смотри, какое клевое. Нет, точно? Ну, тогда, значит, сюда поехали. Вот, смотри, вот такое. Как тебе? Померяешь? Я думаю, это мое. Давай померим. Вон примерочная, совсем рядышком. Поехали туда и померяем это платьечко. Это как раз твой размер. Так, Кирюшенька померила вот такое платьечко. А ну покажись. Блин, оно мне нравится, я тебе честно скажу. Да, но то, что я не могу поднять внутри, все. Может быть, потому что ты там в футболке? Из-за этого тебе немножко дискомфорт? Нет, оно вот здесь затягивается, я не могу больше поднять. Их только внизу держать надо. Ну, я на самом деле никогда не поднимаю руки, когда покупаю себе вещи какие-то. Выйди, пожалуйста, покажись. Ну, оно же тебе должно быть удобное. Ну, покажись. Типа вот, вот так, и больше я не могу. Ну, хорошо, ладно, опускай руки. Ну, мне нравится. Ну, ладно, снимай, раз тебе не нравится, неудобно, окей, идем дальше. Накупили с Кирюшкой куча всего. И сейчас идем еще в следующий магазин. А Кира побежала за багетом. В общем, побежала и пропала. Теперь она сейчас будет выбирать, какой багет лучше, какой хуже. Взяла? Я уже успела тебя догнать. Идем тогда на кассу. Зашли с Кирюшкой в H&M, и она себе хочет посмотреть кофточку. 134-й, Кирюшка, если есть, можешь взять, пойдем померяем. Покажи. Ну, крутышка, возьмем померить? Супер. Тогда давай, нам нужны лосины тебе для школы. Мы с Кирюшкой уже в примерочной набрали кучу всего. Вот такую вот кофточку. Вот такую прикольную. Потом еще вот такого плана. Такая необычная, классная. И курточку. Правда, не знаю насчет черного цвета. Мой любимый. Твой любимый? Люблю. А я бы, наоборот, какую-то желтую, оранжевую, прикольную такую взяла. Нравится... Кстати, курточку можно в Зару зайти еще посмотреть. Мне нравятся черный, желтый и бирюзовый. Мои любимые цвета. А ну. Нет, она на тебя велика. Мне не очень нравится. Так что меряй дальше. Так, лосины на Кирюшку большие, а кофточка, ну как тебе? Следующая кофточка вот такая вот у Кирюшки. Она мне нравится, но мне нравится. Да, мне не нравится, мне нравится вот этот внизу, оно такое растянутое, некрасивое. Ну, в общем, давай дальше. Следующая такая. Ну, как тебе? Ну? Мне, в принципе, нравится. Нет, это тоже неплохо. И вот такого плана кофточка с Микки Маусами тоже неплохая, и мне тоже очень нравится. Мы остановились на вот этих Микки Маусах, на вот этой кофточке и на вот этой. Теперь, Кирюшка, думаешь. Пока я стояла на кассе, покупала Кирюшке кофточки, которые она выбрала, она себе уже выбрала вот такие прикольные ботинки. Ну что будем делать? Берем ботинки. А как они тебе, интересно, под школьную форму будут подходить? Ну, обычно они черные. Ну что, точно? Да. Мы с Кирюшкой уже приехали. Идем домой. Вот сколько всего накупили. И все это только для нее. И только для нее. А она, посмотрите, какая просто идет довольная. А я недовольна тем, что мы, когда только ехали, начинали снимать на камеру Sony, и в итоге положили ее в рюкзак, достаем, она кипяток, горячая и севшая. Или мы ее не выключили, я не знаю, сейчас, в общем, приду, буду по файлам смотреть. Или она автоматически сама включилась. Ну, в общем, вторую половину всего этого мы снимали уже
на другую камеру. Ладно, сейчас придем домой, все будем вам показывать, рассказывать и монтировать. Бабах. Фух. Ну все. Мы закончили. Мне кажется, я больше ничего для школы покупать не буду. Ну, если вдруг что-то не попросят. Но пока все. Это у нас то, что из одежды мы купили. А это хлебушек Кирюшкин, который она просила, не доела. Ты что валяешься? Вставай. И это, по-моему, у нас... Вот это, по-моему, все. Это все канцелярия. Сейчас будем смотреть, что мы тут приобрели. Кирюш, покажешь? Да. Иди сюда. Где ты там? Кукулечки. Снежок. Будешь сейчас тоже помогать? Да, конечно. Или Кирюшке все-таки вот эту вот кофточку. Очень классно, очень прикольно. Мне безумно нравится. Мне вот это безумно. А Кире нравится вот это. Она просто хочет ее уже сейчас одеть. Я говорю, ну куда? Жарко. Она реально очень теплая. Ее можно вот вечером одеть. Вот сегодня, кстати, вечером можно одеть. У нее такой нежный, нежный материал. Она очень классненькая. И цвет у нее красивый. Кстати, на камере цвет не передается, а он такой просто лаймово-лимонный. Прикольный. Такие две кофточки. А что там еще у нас? Больше ничего. Здесь я уже купила мешки для мусора. Это все для ремонта будет. Вот такие вот клевые ботинки себе Кирюха захотела. Но они, да, не на осень. Вот как похолодает, можно будет сразу носить. Сейчас, конечно, нет, Кир. То ты уже сразу все хочешь одеть. И прикольную шапку с мордочкой Микки Мауса. Это уже на зиму, на холодную осень. Клевые. Все, а Кирюха сейчас идет гулять на улицу, потому что там уже все ее друзья ждут, ждут, ждут. А я буду все это рассматривать еще раз. Нет, я, короче, ничего не буду делать. Я просто это разложу на место. Кирюшка убежала. Но вот это все, что мы купили из канцелярии. На самом деле нам, в принципе, больше не надо. Но все равно некоторых вещей мы не купили. А некоторые мы начали покупать. А там не было штрих-кода. Такие, как точилка. Мы без точилки остались, хотя мы ее брали. Ну, а так все, что нужно, мы взяли. По крайней мере, на первое время... достаточно. Если вы хотите более подробно увидеть, что здесь, то можете зайти на Кирюшкин канал, посмотреть челлендж. И, конечно же, написать комментарий, хотите ли вы еще такие челленджи и, может быть, какого-то другого цвета. И мы обязательно снимем, докупим, например, то, что мы не докупили. Снег нельзя. Нельзя. Вредина. Я чего-то так утомилась в магазине. Пока Кирюшка ушла, я поставила видео на загрузку. Да решила прилечь. И уснула. И разбудил меня звонок. Идет Кирюша домой. Говорит, мама, мне холодно, хочу переодеться. Я уверена, на самом деле, что ей не так сильно холодно, как просто она хочет переодеть новую свою кофту. А, холодно. А, так ты ее с собой взяла все-таки. Ну, кофточка действительно очень-очень так... прикольная. И все-таки... Только ты рукава так сильно не растягивай, потому что они будут потом у тебя висеть. Не могу. Почему не могу? Потому что как я их могу растягивать, если они и так такие? Так нет, именно вот руки тогда не расставляй вот так. Так просто делай. Да. А что ты сейчас будешь? Ты лосинки хочешь еще одеть? Да. Но только не темные, дочурка. Не одевай темные. Нет, не темных лосин. Ну вот эти вот. Ну здесь в ней один этот. Договорились. А тебе точно не жарко в ней? Мне холодно. Окей, давай тогда переодеваемся. Так, ну, в общем, Кира меня разбудила, поэтому я пошла монтировать челлендж. Он как раз уже загрузился, поэтому можно заняться монтажом. Привет, мой свет, как всегда с телефоном и еще и с какой-то водичкой. Это что такое? Боржоми? Как у тебя делишки? Нормально. Как новые кофточки? Тепло было? Холодно. Холодно? Ну, значит, под нее нужно одевать еще что-то. Ну, сегодня... Ну, как? Вообще, я не знаю. Я только что выходила на улицу, мне холодно не было. Я с собаками гуляла.
холодно, там такой холодный ветер. Тогда завтра оденешь Микки Мауса. Ку-ку. А завтра будет... Завтра мальчики хотят поехать купаться. Не, купаться они точно не поедут, потому что завтра будет погода такая же, как сегодня. И предлагают нам поехать просто за компанию. Просто за компанию? Да. Ну, просто за компанию ты можешь поехать. Можно? Конечно. Хорошо. О, кстати, да, это тебе подарок от тайного поклонника. От какого, я тебе расскажу потом, поэтому я тебя целую, люблю, обнимаю. И всем на сегодня скажем... Пока-пока. Пока-пока, ребят.